Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим и протестируем два очень полезных инструмента для каждого мужчины. Это болгарки от фирмы ProCraft. На обзоре будет маленькая и средняя болгарка с кругами 125 и 180 мм в диаметре. Я думаю, вам этот ролик будет полезен, так как УШМ от ProCraft очень достойный инструмент. Мне приходилось работать со многими фирмами, и мне есть чем сравнивать. Да и в данный момент вы знаете, что у меня мастерская, так что будет где их протестировать. Приходит инструмент в фирменной упаковке с полной комплектацией как для такого инструмента и щетками в комплекте. Болгарка ProCraft PV1120E – компактное ручное устройство. Для удобства эксплуатации производитель предусмотрел наличие дополнительной рукоятки, которую можно устанавливать в нужное положение. В корпусе болгарки предусмотрены специальные вентиляционные отверстия, обеспечивающие эффективное естественное охлаждение инструмента во время работы. Безопасность оператора при работе достигается за счет защитного кожуха. Максимальное количество оборотов в минуту равно 11 тысячам, а показатель потребления мощности двигателя – 1100 Вт. К положительным качествам болгарки можно отнести компактные габаритные размеры, за счет чего можно работать даже в труднодоступных местах, высококачественные комплектующие детали, константную электронику, эргономическое строение корпуса, высокую мощность работы и улучшенную систему вентиляции. Главным преимуществом модели является встроенная электронная система поддержания оборотов во время нагрузки Speed Control. Это мы, кстати, проверим позже. За счет этого достигается надежность работы устройства и длительный срок эксплуатации. Болгарка во время работы не перегревается, стойко выдерживает интенсивные нагрузки, что значительно повышает надежность и срок службы инструмента. После разборки болгарки вижу, что якорь сделан и залит очень качественно и надежно. В редукторе присутствует куча смазки, а сами шестерни и зубья сделаны не из пластика, такое я видел в некоторых обзорах, а из металла или его специального сплава. Люфта между зубьями никакого нет, все сделано очень надежно и качественно. Вообще, это очень качественно собранный инструмент. Ну и давайте перейдем к тестам болгарок. Для начала протестируем маленькую болгарку. Есть у нас уголок 10×10, старый советский, огромный, мощный. Вот, и вот такая болгарочка от ProCraft. Сначала я буду резать ею металл легко, я не буду сильно на нее давить. Вот, посмотрим, как она режет металл без особых сильных нагрузок. А потом я уже буду прям сильно на нее давить, давать максимальную нагрузку и пытаться сделать так, чтобы она остановилась, чтобы она заглохла. Сейчас пилим без нагрузки, очень аккуратно, легко. Я нагрузку на болгарку сильную не даю. Видим, все хорошо пилит без каких-либо проблем. Ну, в принципе, когда я разбирал болгарку, там все детали очень качественные. Придраться ни к чему нельзя. И у меня сомнений вообще нет, что она будет хорошо пилить. Ну и теперь давайте посмотрим, как она пилит с сильной, с максимальной прям нагрузкой на нее. Я буду прям на нее сейчас давить. Мощно, я вам скажу, мощно. Пилит прям вообще без проблем. Я давлю сильно, еще раз.
Ну, запаха никакого совсем нету. Она вообще не пахнет, то есть я не чувствую запах горелого. Вот, и в принципе, ну, я думаю, нормально. Она как бы работает без проблем. Пробуем еще раз. Ну, как можем опять же видеть, давил на болгарку очень сильно. Прям я доволен ее тем, как она работает. Ребятки, ну прям все сами видели. Болгарочка огонь. Хорошо собранная, работает без проблем. Вы ж не будете пилить так же, как я, да? С очень большой нагрузкой. Но если где-то пойдет нагрузка на излом, вот, то она справится нормально. Еще раз, последний тестовый. Рез, ну, в обычном нормальном режиме, без нагрузки на нее сильной. Вот, можете увидеть, да? Глубина реза какая. То есть все, в принципе, без проблем. Все супер. Болгарка зачетная. Вторым экземпляром будет УШМ посерьезнее, Прокрафт ПВ-2150. Как раз такого помощника мне не хватало в мастерской. Приходит все в фирменной коробке. Внутри сама болгарка, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены диска, инструкция и запасные щетки. Это высокопроизводительный инструмент бытового класса, предназначен для резки, шлифовки, полировки таких материалов, как камень, дерево, металл и керамика. Высокая эффективность работы достигается благодаря большой мощности мотора, а также ассортименту сменных дисков и насадок для работы с разными материалами. Болгарка Прокрафт ПВ-2150 удобна в работе, имеет небольшой вес и компактную форму корпуса, что способствует длительной работе. Инструмент имеет эффективную систему охлаждения, которая не даст инструменту перегреваться во время нагрузки. Длительный срок эксплуатации и безотказной работы обеспечивается применением материалов и комплектующих высокого качества. Номинальная эффективная частота вращения шпинделя на холостом ходу 8000 оборотов в минуту. Номинальная потребляемая мощность 2150 Вт. Тип электродвигателя однофазный коллекторный. Номинальный режим работы повторно кратковременный. Резьба шпинделя М14. Посадочный диаметр круга 22 мм. Номинальный диаметр отрезного круга 180 мм. Масса безрабочего инструмента дополнительной рукоятки и шнура 3,9 кг. Длина самого же шнура 2 метра. При разборе второй УШМ также видно качественное исполнение и начинку внутри. Все очень достойно и качественно. В редукторе также куча смазки и ничего не люфтит. Ну и вот наша вторая болгарка, тест второй болгарки, побольше, помощнее, посерьезнее. Это уже болгарка с 180 кругом. И все так же тот же лист, кусок металла.
Посмотрим, как она запускается, как она работает под нагрузкой. Вот. Ну и давай вот так уже поставим, да, лист металла, посмотрим, как она пилит. Сначала, напоминаю, работаем без нагрузки, а потом я уже буду жать своим весом. Буду нагружать болгарку. Поехали. Вообще пилит без проблем. Прям вообще без проблем. Теперь давайте вот так попробуем. Тут была двойная нагрузка, грубо говоря. Еще раз пробуем. Не, ну, в принципе, очень я доволен, очень мне нравится, очень пока все круто и хорошо. Сами видите, болгарка мощная, хорошо собранная, классно. И теперь второй, как бы, тест я уже буду давить силой на болгарку. Поехали. Максимально давлю, максимально, вообще максимально давлю. Видели, как она без проблем прорезала кусок металла, даже не поперхнулась, как говорится. Ну, теперь давайте я тут буду давить, чтобы было двойное, как говорится, усилие, потому что толщина металла большая. Ну, ребят, мощь, очень мощная. Ну, у меня не получилось ее остановить. Я сжал со всей силы. Я вешу 67 где-то килограмм. Я полностью на нее навалился, и я ее не смог заглушить. Это про крафт. Хорошая болгарка, офигенная, я бы даже сказал. В любой мастерской, в любом вашем арсенале пригодится. Ну и вот наше заключение. Что могу сказать в конце ролика? Значит, с фирмой ProCraft я знаком совсем недолго. Я раньше про эту фирму не слышал. Но теперь я буду уверен в том, что это качественная, хорошая фирма, которая делает офигенные вещи. Ну, болгарки-то точно. Болгарками от ProCraft, двумя версиями, маленькой и средней, я очень доволен. Я работаю болгарками уже давно, много-много лет, на многих работах. Мне приходилось работать с болгарками хорошими и фуфлыжными. Вот, то есть я, в принципе, понимаю, какие болгарки говно, какие нормальные. Это качество этих инструментов, этих болгарок, этих УШМ, вполне очень даже офигенные. Вы сами все видели, мы разбирали с вами и якорь, и редуктор. Там все хорошо в смазке, все с металла, а не с какого-нибудь пластика. Не гремит, болгарка при работе ею не вибрирует вообще. У меня попадались такие болгарки, которыми я работаю, и у меня руки просто отваливались. Вот, эти болгарки, как бы сказать, хорошо центрированы. Вот. Дискомфорта при работе с ними совсем нету никого. Можете смело работать,
без какого-либо дискомфорта, и, в общем, все будет комфортно, офигенно и классно. Болгарки, опять же, понравились, бомба-пушка, если у вас будет возможность купить инструмент от фирмы ProCraft, я смело вам рекомендую. Опять же, все видели в тесте сейчас, когда мы резали уголок толщиной 10 мм старого советского хорошего металла. Вот, все, в принципе, хорошо, резалась бомба, пушка, гонка, в общем, ребятки, рекомендую. Фирма ProCraft. Это не проплаченный обзор, не подумайте, мне ребята прислали болгарки, говорят, типа протестируй, но одно из условий было, что очень приятно сказать все честно. Честно все говорю, никаких у меня нареканий на болгарки нету, все бомба, пилит, классно. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, нажимайте колокольчик, если вам этот ролик понравился. Дальше будет много-много интересного, много разных других тестов. Другого инструмента, вот, и всего-всего интересного и классного. Кстати, ну, нагрелась немножко, Не горячо вообще, вот я держу без проблем, но слегка нагрелась. Ну, конечно, я давал им большую нагрузку сейчас, вот. Но это нормально. У меня некоторые болгарки от работы, вот. Я их нагружал легче намного, чем эти. Вот, они очень вибрировали, другие болгарки, не этой фирмы, они очень вибрировали, и работать было неудобно. С этими же, опять же, повторюсь, в сотый тысячный раз, никакого дискомфорта в работе нет, могу смело рекомендовать. Всем спасибо за просмотр, пишите в комментариях, сталкивались ли вы с фирмой ProCraft, и как вы считаете, это очень достойный инструмент или нет? Мне кажется, да. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего вечера. И всем пока. Не забудьте оставлять свой комментарий ниже. Пока.